Серед лотов, які виставлені на ближайший аукцион, комплекс будинку былого будовничого ліцея у Гомелі. Усе разом гэта побудовы оценены у 16 базовых величинь. Сегодня это меньше як 3 миллиона рублей. Плануется, что в этих будинках будут размещены объекты адукацыйнага, финансового, ці навукового профилю, а так само адміністрацыйныя установы. Увогуле, в этом году в господарчий оборот на Гомельщине необходимо утягнуть 320 объектов коммунальной маёмости. 140 из них уже нашли новых владельников, остальные чекают своего часу. У фонде Гомель обалмаёмость кажут, что зараз за реальную цену на аукционы практически ничего не выставляется. Переважная большинство объектов реализуется за одну базовую величиню, те за 20% першапачаткового кошту, чему есть объективные причины. Надо признать, что наши объекты не всегда в хорошем состоянии и требуют дополнительных средств. Конечно, сегодня, получая от государства имущество собственное за минимальную цену, необходимо еще вложить средства. Но сегодня человек, когда приходит, он уже имеет как минимум 4 стены и крышу. То есть это небольшие деньги, а потом вкладывание своих средств, и будет хороший объект. Объекты, которые находятся в наиболее непривабном выгляде, а то и увогуле уявляют небезпеку, на Гомельщине износить за последние 5 годов, например. Таким чином поховали амаль 1400 будинков. Еще одна тенденция. Уладальники объектов, которые долгий час лечили их непотребными, переглядели свои отношения до майомости и теперь снова утягивают ее в господарчий оборот. Правда, заработать это можно не завсёды. У свой час на территории Гомельской области находилось шмат войсковых частей, которые покинули регион после распада Советского Союза. Показальный пример — Жлобинский район. Это достаточно большое количество объектов. Только последний военный городок 2Ж, который расположен в городе Жлобин, значит, было передано в районную коммунальную собственность 29 объектов. Значит, общей площадью 30 тысяч квадратных метров. Это, ну, достаточно немалые площади. И хочу сказать, что из них на сегодняшний день уже 25 объектов вовлечено. 4 из них выставлены на продажу, а 25 уже вовлечено в хозяйственный оборот. Когда в 2010 году на Гомельщине не использовалось около 5% коммунальной маёмости, то сейчас 1,7%. Это самый низкий показчик сярод областей Беларуси. До речи, за дальнейшим эффективным выкористанием реализованных объектов ведется постоянный мониторинг. Сейчас, например, началась подрыхтовка до скасования 26 договоров. Олег Сентюров, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».